Когда за стенами соседней квартиры шумно, весело далеко не всем. Разобраться с нарушителями спокойствия, погасить семейный конфликт или просто оказаться в нужное время в нужном месте – задача участкового милиционера, чтобы на его территории было безопасно и спокойно. Денис Климович в профессии всего год, но уже привык к сложному графику. С 3 часов дня и до позднего вечера он обходит квартиры, где живут люди, которые состоят на милицейском учете. Добрый вечер, участковый. Кройте дверь. Спасибо большое. Специфика работы участкового – это в основном предотвращение конфликтных ситуаций в семье, это семейно-бытовые скандалы, различного рода обращения граждан. Спутники неблагополучных адресов, пьянство, выяснение отношений, а иногда и рукоприкладство. Служба не только ответственная, но и по-настоящему опасная. Участковый, похоже, нашел свой подход. Сегодня на своем административном участке Денис Климович один из лучших. Нормально все? Да, все хорошо, помирились. Конечно, повлияло. То, что он не раз... С нами общался, вызывал, он очень много для нас сделал. Шумные ночные посиделки, беспорядок и вечные ссоры. Эту семью Денис посещает часто. Алкогольная зависимость брата Евгения Ивановича разрушает семейные узы. Результат профилактических мероприятий виден невооруженным глазом. Я когда позову там раз в месяц, всегда отзывчив, приходит к людям, он отношения имеет хорошо, помогает. В случае, если... не наладится конфликтная ситуация, то будут приняты другие меры профилактического воздействия, в том числе и административного. Если нужно, то составляем протокол административный, и дальше человек уже находится у нас до суда. Достучаться до нарушителей спокойствия удается по-разному. Двери открываются не по звонку, а по стуку, а внутри давно отсутствуют комфортные условия. Света нет, вместо посуды бутылки, а за неуплату коммунальных услуг угроза штрафа. Недавно отключили свет, вот так они решили выход. Первый раз мы приходили, обрезали провода, предупреждали, что в случае неуплаты будут поданы документы в ОПИ Октябрьского района города Минска. И видите сами, еще раз сейчас пойдем, предупредим. В Октябрьском районе в черном списке милиционеров 80 таких квартир. Благодаря профилактике и постоянному контролю правонарушений становится меньше. А это главный критерий успешности работы участкового. Юлия Денисенко, Сергей Васюкевич, СТВ.